Суд отправил за решетку парня, который пытался убить 11-летнюю девочку, чтобы отобрать велосипед. 24-летнего Алексея Марилова приговорили к 20 годам тюрьмы. Жуткая история произошла летом в Чебаркуле. Школьница поехала в магазин за покупками и пропала. Ее искали больше суток. Первый раз отпустила одну. И все, больше не пришла. Начали искать. Нашли только на следующий день в обед. Оказалось, мужчина заманил девочку в лес, жестоко избил и попытался задушить. После того, как девочка потеряла сознание, он забрал ее велосипед и поехал кататься по поселку. Несмотря на то, что задержанный недавно вышел из психиатрической клиники, его признали вменяемым и отправили в колонию.